Добрый вечер, дорогие друзья. Это обсуждение третьего похода конструктором. И мы только что закончили. Вот и, как обычно, по классике сначала пусть выскажутся игроки, потом мастер, потом зрители. Вот. Я хочу сказать, что это был из трех самый веселый поход конструктора. Вот. Как-то так это было весело и непринужденно. И так же весело и непринужденно мы сдохли. Ну, конечно, веселее, чем в паутине голый по стенам. Конечно, ничего нет. Я могу сказать, я настолько преисполнился в катарсисе, я как будто уже 3000 походов ходил на 3 миллиардах разных конструкторов. Мне все уже кристально понятно. Мне вот этот мир абсолютно понятен. Да-да-да. Еще одно. Мне этот сеттинг абсолютно понятен. Я все понял, для меня все очевидно. И... Why? Я шучу, конечно. Есть версии просто, что на самом деле происходит. Я высказал ее Дидику, и если я окажусь прав, Дидик потом расскажет, сможет подтвердить это. Да, я, короче, что, не успел ничего кинуть, не успел ничего сделать. Да и сейчас. Да, ноль успел. Два есть. Короче, не, на самом деле, да, прикольно, просто я, как сказать, немножко еще не доигрался. Доигрался. Не, ну это-то да. Мне бы хотелось, конечно, еще немножечко что-нибудь там, кого-нибудь вальнуть, топором кого-нибудь рубануть. Ну, то есть вот так. Я на самом деле чуть не прослезилась, когда вот это вот умирал человек ни за что вообще абсолютно. Вот. Да, это было очень грустно. Ни ошибку не совершил в этот момент. Я просто Просто, да, зрители решили. Я почему-то... Высокие! Я знаешь, что подумал? Что нужно было вот пластинку включить на мою смерть. Я бы включил ее такой, а вообще бы было эпично. А было бы, знаешь, как эпично, если бы ты пластинку еще не включил, а когда бы снялся купол, там ты сидишь и музыка играет. Да, вот это была вообще классная тема. 50 на 50. Вот это вот. Не знаю, мне очень понравился, кстати, мне на самом деле очень понравился финал. Ошибка, ладно, сейчас. Мне не понравился финал вообще. Нет, мне очень понравился финал. Во-первых, то, что мы вышли в этот город, то, что это как бы такой вот возвраточка какая-то в наш 21 век, и то, что даже мы так это завершили, в этом что-то есть. Потому что это как-то очень, блин, очень, очень по-человечески. Мы ничего не понимали, и как бы такое ощущение, что вот очень логично себя повели с точки зрения... В общем-то, действительно, ты и сказала, что если бы вот да, мы вот с тобой мы оказались попали... в такой ситуации, мы бы так же бы... Да, но почему была выбрана именно азиатская страна, я не понял. Ну, кто знает. А может, если бы на фиолетовый попали, там была бы выбрана какая-то, не знаю, другая страна. Нет, потому что, например, испанская, французская, английская, мы бы понимали, что от нас хотят. А тут, да, это еще, ты, еще ты, то, что ты ни с кем поговорить такой не можешь. Да я бы и на английском не понял. Я же еще тот англичанин. А я же сказал, что? Да. Ты сказал, что ты преисполнился, там заполнился все, ты понял, и переполнился. Все придумал, Дидику все рассказал. Что и там потом у тебя в катарсисе? Доброе утро. Ладно, мастер приговорит. Надрежь Репук сегодня не доигрался. Прикольно было, действительно было прикольно, потому что мне понравилось, что было мало, так случилось, что было мало жестких комнат. Мне кажется, был хороший баланс. Мы так прошли, да? Да, мне понравилось это. Там в зеленый всех раскурочило. Все равно это было весело. Блин, мне понравилось. В зеленый! То есть было меньше, как бы... Я могу вам показать комнату, как выглядела сейчас. Мне понравилось гасить этого оленя, конечно. Сейчас, секунду. О, ребята, пока это самое. А вы поняли, да? Вы поняли, почему Дидика зовут Надлеж Репук? И что это такое? Пишите в комментариях. Почему его так зовут? Да. Шлёндрова какая-то, что ли? Ну подожди, да, пусть все догадаются. Надлеж Репук. Да. Вот, смотрите, это была карта вашего похода. Да? Да, это Шелдон Купер. Класс. Что ж ты будешь делать? Молодцы! Вот карта вашего похода. Комната ехала на восток и дошла до... Антон, скажи, пожалуйста, какой позиции? 09, да? Mm-hmm. Вот здесь вы
Вот здесь она была, а вот здесь вы отправились на оранжевый уровень. Понятно. Вот. Прошли вы, получается, вот так. Вы сделали круг. Да, да, да. Сделали круг. Так комната ехала здесь. Комната внутрь-то перемещается? Нет, по внешнему кругу. Нет, 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 она перемещается. Она всегда по внешнему кругу. Да, да. В прошлый раз было так же. Ребят, чего вы тогда в центр поперлись? Надо ходить против часовой стрелки. То против, то по... Не, на перерез, да, Вера, правда. На перерез, потому что не факт, что если мы пойдем в эту сторону, а она едет за нами, например, мы ее никогда не найдем. А, там сможешь как не подарок, уебищно как. Поиграл с удовольствием дальше. Нихуя не круто. Я тут спорить не буду. Челом больше бить не будешь, да? Не, балдык, я всегда бью челом. Нет, вообще там на самом деле, я так понимаю, что там люди выбрали это вариант ловушка. Я правильно понимаю? Да, но это и есть ловушка. Но я бы вот, например, это ловушка! Играла, я бы не поняла, что это ловушка для игрока, для, ну, типа, для перса. Ну, я думаю, да, что все ожидали, что Гроватом просто палец прищемит. Нет, я думаю, все ожидали, что это ловушка. Будет стрелять, а оно будет ловушкой. У меня есть ощущение, что я бы прочла это так. Ну, я читал чат. А, нет, да, все понимают. Я бы не сказал, что... Я не сказал, что они запутались, да? Не запутались. Чат был настроен. А ну-ка, давай-ка, мне ключ на ТЦ-2. Что могу сказать? На самом деле, я очень доволен походом. Мне он пока понравился больше всех, вот этот поход. Именно за счет того, как он как бы прошел. Я объясню для всех, кто спрашивает меня, что такое это было в финале. Я говорил о том, что с самого начала еще, вот в первом походе, и вы, кстати, ты смотрел первый поход со стороны, что это длинная история, то есть это история, которая состоит из новелл, отдельных четверок, но у нее есть длинный сюжет сквозной, большой. Первый уже не помню, если честно. Да ты че? Прекратите, вы говорите, что хотел умереть. Кроме лебедя. Персонаж хотел пожертвовать собой, а не просто сдохнуть. Вы как бы тут себя не оправдываете, не надо тут меня устраивать. Ты себя бы хотел умереть. Ни хрена подобного. Все такие щедрые и добрые. Да-да-да-да-да-да. Нет, ребятушки. Это не так работает. В моем представлении конструктор – это игра, которую проходят игроки вместе со зрителями, типа, долго проходят. Вот, типа, в этой сессии вот так, здесь, это поняли. В этой сессии вот это поняли. Вы сегодня впервые попали на оранжевый уровень конструктора. Это как бы... Я ждал этого еще в первом конструкторе. Вот. Я рад, что это случилось, наконец-таки. И это отдельное это поле. Это все благодаря ружью кошки. Ружью кошки и оранжевому ключу. И, наконец-то, зрители. Потому что прохождение конструкторами очень сильно зависит от зрителей. Очень сильно. И для меня это типа игра, в которой вы влияете. И вы можете влиять так, что все просто помрут, а можете влиять так, что открывать другие, то есть открывать новые пути, открывать новый способ. Это большой сложный лабиринт. У него на самом деле много разных путей. И я предполагаю, что каждый следующий участник конструктора опираются на опыт предыдущего. Ну, типа того. Да. И так, оно на самом деле, оно так и происходит, но постепенно. Сегодня вы коснулись, типа, вот, оранжевого уровня. Это определенный, как бы, это определенный уровень. И вообще, это определенное место в истории этого мира и вообще сюжета, как бы, нас игры. Нас там убили. Угу. Я больше туда не хочу. Там убивают ни за что. Как это ни за что? За что за то, что уже пошел. Mm-hmm. Я хочу сказать и выразить респект архитекторам, чьи комнаты мы сегодня увидели. Так, сейчас, секундочку. Уф, так. Замечательная Verena and Architect и ее комната, которая называлась... Сейчас вам расскажу, как. «Мой неизбежный конец. История Адама Вернера». Верена Накитек, спасибо. Замечательная история. Я счастлив, ребят, спасибо, что вы ее все-таки прошли. Хотя из-за нее вы и погиб Андрей как раз. Именно потому, что как бы он не хотел. Он чувствовал, что не надо разгадывать. Нужно скинуть эту комнату, ткнуть наугад. Но это уже фишка в том, что ему положили в контейнер, а не в комнате. Поэтому, да. Да, но если вы не разгадали... Да все понятно. Вообще да. Потрясающе. Как, меня тут все обвиняют. Это очень удивительно. Мог открыть и не ты. Могла открыть, да, Вера или Маша. Да.
Если бы Маша открыла, то выжила бы. Потому что там есть прям урон. Да. Блин, а вообще можно спросить? Чё меня завалили-то вот просто? Потому что такая комната, красная комната. Да нет, просто это как на золотом софите. Мастодонта оставляют, красавчиков выбирают, и всяких мутантов в очках, видимо, валят. Она была одна... Ну, я про это и говорю. Видите, она одна из трех красных комнат. Тебе дали софит. Нет, это вам дали софит, а мне не дали. Пам-пам-пам-пам. Сейчас я скажу еще. Вот. А я не обвинял, не говорю, не обвинялась в том, что вы убили. А я говорил, что вы должны мужественно принять решение, кого именно вы убили, потому что это вы выбрали. И надо делать вид, что только мастерский произвол заставил вас выбрать. Нет, вы по итогу были в безвыходном положении, когда нужно было выбирать. Вы выбор сделали. Поэтому умейте мужественно принять выбор, когда вы убили именно этого персонажа, а не другого. Помните об этом всегда теперь. Просто как бы имейте, если вы как зрители, как судьи участвуете в игре... Имейте совесть. Нет, имейте мужество принимать этот выбор. Вы вообще не гнал на чат. А тут чат говорит, что они мне ловушку построили, потому что я на них гнал. Это, я думаю, Андрич, ты не ведись тоже, там это говорит, два человека пишут, да, ну, которые тебе хотят потроллить. Нет, из 200. Нет, было бы два человека, я бы это ничего бы не сказал. А так три. Ты читаешь или просто количество сообщений? Я тоже читаю. Огромное спасибо до Вэмут за комнату зрителя моего триумфа. Это, собственно говоря, в которой погиб Андрей. Да. По-моему, комната... Спасибо. По-моему, комната очень классная. Мне комната хорошая. Я ее доработал стилистически, вот, но она, сам принцип мне понравился. Он, мне кажется, это было неожиданно и клево. Мне понравился Патефон, серьезно. Мне с ним нормально было. Да. Танец с топором. Да. А что мне было делать? А что ты делал? Типа, я что тебе было делать? А что было в танец? Я призывал предков каких-то. Зачем? Человек из выходной ситуации. Это не стандартная реакция. Да, вот видишь, психолог тебе говорит. Они по-разному реагируют на стрессовый момент. Верена Энакитект за комнату преломления белого луча, в которой была загадка с синим светом. Вот, спасибо, это тоже было, мне кажется, прикольно. И ей же за комнату крылья долгого поиска, за идею гоняться за... Да, у тебя был заяц в комнате, но я подумал, что гораздо веселее, если это будут птицы. У вас был, кстати, у зрителей был выбор, это был страус, калибри, курица или... Страус смешной. Страус, калибри, курица и что-то еще, да? И... А, и ястреб, да, вот, и ястреб. Вот-вот-вот, сейчас почти, наверное. Пум-пум-пам. Сейчас, я почти... А как его нужно было ловить? Какой там был вариант? Какие были варианты, как его ловить? Честно говоря... Не знаю, да? Мне тут, если честно, один мой друг, который смотрел наш поход, сказал, что калибри идут за водой. Я не знаю, насколько он прав, но это интересно. На самом деле, я гуглил по ходу, и я на самом деле почитал, что как раз цветочный аромат. Да. Ну и конечно, я не могу не сказать спасибо Валерии Антоновой, которая создала комнату с временами года. Ой, мне класс. Кажется, да, вообще она очень круто придумана и сделана, и вообще. Простите, что я запутался с этими черешнями и дубами, там просто вот такая инструкция гигантская. Я так тут, кто как выглядит, но я постарался слово в слово все передать. Вот. Я же сказал, что она вот такая. Ну ты показал вообще кому-то. Ты вот такую показывал. Да, ты показывал вот такую. Диди, можем на нее посмотреть. Потом Вера показала вот такую, ты сделал. Она правда маленькая. Я рад, что сыграла комната «Беззвучный голос бездны», где вы прыгали по металлическим штукам. Она вас ждала с первого похода еще. «Беззвучный голос бездны». Вот последний перед оранжевым уровнем. Она вас ждала с первого похода. Все остальные, вроде бы, я все сказал. Вот. Спасибо еще всем, кто добавил предметы. Я не помню, какие сегодня были, какие-то уникальные. Не, ну они не унимаются, это просто. Все, тебе обвинили? Осуждение. Они скажут, что это ловушка, это месть за осуждение. Вот я могу сказать так. Я осуждаю вас за то, что вы выбрали ловушку. Да. Да, ребята, мы же шутим. Я нет. Я, да. Я вообще шутник, дай бог.
Шутю налево и направо. Сейчас, одну секундочку. А там еще нас смотрят? Да. Владу Кашпировскому спасибо за предмет печати конструктора. Это классная идея. Вот, с ее помощью был спасен топор. Легендарный. Вот. Наверное, я не помню, что-то еще вы получили из такого, из новых предметов, какие-то, которые увидели? Я по еблу получил. Это нормально. Дубликатор для регенератора. Регенерируй. Ты кладешь регенератор в дубликатор. Сейчас скажу вам. Мне кажется, что это была тоже Верена. Сейчас, секундочку, я уточню. Просто я очень... Да, множитель Верены на архитектор. Вообще, я могу сказать, что Верена – это просто мейн-архитектор третьего похода. Вот, спасибо тебе огромное. Очень-очень крутые вещи ты придумываешь, делаешь. Вот, спасибо всем другим архитекторам, которые тоже прислали, но до которых пока еще не дошли. Вот, ваши комнаты ждут своих рыцарей. Можно маленькое объявление? Да. Маленькую рекламную кампанию. Давай, просто. Конечно. Духа. Друзья! Дирол! Друзья, 8 декабря в клубе «Джаггер» будет концерт легендарной группы «Шуба Леонтьева». Туда мой брат Дюша Видик позвал меня, и я, конечно же, приду. Вот. И, собственно говоря, он приглашает тоже всех вас посмеяться, повеселиться в преддверии Нового года, немножко выдохнуть. Вот. И, собственно говоря, с хорошим настроением зайти в новый 2023 год. Так что, кто, собственно говоря, желает, то приходите 8 декабря, клуб «Джаггер». Город Санкт-Петербург. Город Санкт-Петербург. Мы ждем. Шуба Леонтьева. Спасибо. Ну, вроде, наверное, все, ребята. Я надеюсь, что вам было интересно. Пожалуйста, как игроки, я прошу вас, относитесь к, типа, к конструктору, как к всему некому сериалу, который... Я понимаю, что какие-то вещи непонятны, но они, возможно, все будут понятны со временем. И это как бы... Это сериал. Каждый новый эпизод, он двигает... Это большая история конструктора. Вот. Подожди. Что за мужик? Не можешь сказать? Я могу рассказать, это мужик, который, значит, он заведовал, у него был частный... Ну, долго? Он действительно всех убил? Да, он действительно всех убил, у него был частный, как сказать, дом престарелых, и когда кончилась финансирование, а там были люди с очень тяжелыми, типа, заболеваниями, в том числе памяти, очень, типа, очень тяжелые больные. То есть он сделал им одолжение, по сути? Ну, нет, это было его, его никто не просил об этом. Потерял финансирование этот дом престарелых. Я думал, что это было какая-то... Так а нахрен он упал на этот мужик-то? Он подал заявку, он сидел в тюрьме, отбывал наказание. Он и был приговорен к смертной казни за убийство 50 человек. Ну он мог пойти с нами? Да. И он бы изменил ход? Да, он бы, ну, если бы... Вы могли его заставить пойти с собой, уговорить пойти вместе с собой, могли пойти за ним. Но вариантов это как бы много. Вы могли его казнь привести в исполнение, и вы бы получили предмет, да. Вариантов много было с ним. Мужик-то отлетел по итогу. Мы бы получили предмет, но мы же не знали, какой предмет. А то вы мне сказали... Знали. Там это было самоочевидение. Спасет от смерти. Одному из вас спасет от смерти. Да, в этом и есть, как бы, в этом и есть каждый следующий поход конструктора, ты начинаешь проебывать все меньше, потому что все много умираешь. Вот. Ну все, ребят, спасибо вам большое за участие. А могу ли я в конструктор в следующий поход взять пулемет? Яблочку. Взять полный регенератор. Вот у меня он есть. Я, может, изобретатель, физик. Я себя. Чтоб такой вот фигни не было, как сегодня. Нет. Да, отстой. Почему ты отвечаешь ему? Может, ты еще и сыграешь на меня, слышь? Смотрите, я могу сказать, что, например, можно показаться, что эта комната была типа критически, типа, то есть вот все, попал, вот если ты попал на такую комнату, все, кто-то из вас отлетит и кранты. На самом деле это не так, потому что зрители, которые вместе... Это формат, в котором вы, зрители, играете вместе. Он так придуман. И поэтому, если бы зрители, например, дали бы не одно, например, обратный ключ... то вы могли бы из этой комнаты, ну, пойти назад, да. Спокойно. То есть вы могли бы увидеть, что она красная, допустим. А зрители имеют право воскрешать?
Это в... особый предмет. Это особый предмет в особенных случаях. А допустим, мы из четвертой комнаты мы могли бы выйти все вместе? Из какой четвертой? Ну вот, где, красный, где кто один должен нет. отлететь. Да. А после куполов? Просто так нет. Но, понял, он все. Но я могу сказать так. Если бы у вас был... вы из первой комнаты, если бы вы казнили человека и забрали бы предмет, который там был, он бы, скорее всего, 90% вероятности, он бы вас спас здесь. Вот этот гуманизм наш, конечно, подвел. Ну, конечно, в этом же и прикол конструктора. Это же... Да нет, да никто не наличие, спорит. Просто я узнавал для себя какие-то вещи. Понимаешь, я просто, чтобы быть, ну, как бы, эрудированным в конструкторе, да. Не то, что ты. Подкованным. Подкованным, да. Не на, говори. На будущее. На будущее. Я как бы, я так подумал, конструктор, чтобы те, кто в нем участвует, я надеюсь, что вам нравится просто, те, кто в нем участвует, каждый следующий раз, они пытаются по-другому, как бы, они опираются на опыт, да, предыдущий. Вот, и не только игроки, но и зрители. Почему я говорю зрителям, голосуйте ну, внимательно. Я всех спасаю, надо переставать. От вас много что зависит. Ну вот зрители где-то им получается, как с ружьем кошкой, например, это был правильный, то есть они там тоже, они думают, обсуждают, когда зрители приходят каким-то, действительно, они коллективно собирают какой-то предмет, выбирают с умом, они просто тыкают, да? Я понял, да. Это влияет тоже здесь, собственно говоря, это вот и есть такая синергия их и вас. Ага, да. Ну, а, конечно, классно, когда зрители это, как это сказать... короче, прикольно, когда это действительно для зрителей, то что зрители должны быть как персонажи вселенной, как бы, сеттинга. Вот. Поэтому я буду их осуждать за смерть, чтобы они чувствовали, что вариант давания смерти персонажу, это не про, что это не как... вы, зрители, это делаете как в игре, и понятно, что как бы, я как игрок не умру от того, что вы вырвали ловушку, и сильно не расстроюсь. Но зрители, которые совершают выбор, они совершают выбор про смерть. Ну, если не сажают серьезный выбор, они убивают да, реального живого человека. Да, да. Вот. Я согласен с Андреем, что мне кажется, я был бы рад, если бы зрители на той стороне экрана тоже бы включались в ролевую игру и отыгрывали бы, да, понимая все. Но я согласен, что здесь действительно возможно было, что многие не понимали. Я как бы... Все не понимали там. Я считаю, что это все как бы часть игры, и люди видели сообщение, ловушка была в каждом предмете, начиная с первого конструктора, люди захотели попробовать это, удовлетворить свое любопытство. Я уверен, что на самом деле такие будущие тоже. Теперь люди понимают, как это работает. Разорвало. Да, я прям недоволен ловушкой. Вот. Пусть ценность смерти персонажа для вас это, повышается. А если бы разнесло не тебя, а Дидика, ты был бы доволен ловушкой? Ну, он был бы недоволен ловушкой. Я же тебя спрашиваю. Я не знаю. И, кстати, могу сказать по поводу концовок и влияния, например, зрителей. Я уверен, что если бы вот девочки оказались в оранжевой зоне с Андреем, была бы совершенно другая история. Совершенно другая бы. Ну, мы бы не пошли на ресепшн просто. Был бы другой вариант развития событий. Ну да, мы бы пошли в ресторан, и там бухали бы сидели. Мне кажется, во всем виновато то, что я показала им. Возможно. Они сочли... Это так и выглядело. Так выглядело именно так, да. Со стороны. Они сочли, что это у меня преступная татушка, и надо нас ликвидировать. Зрители, более того, можно сказать, зрители видели эту часть похода конструктора. Я тупела, не поняла тебя. В мире конструктора зрители видели эту часть похода конструктора. Потом объяснишь. Да что, ну они знали про эту часть конструктора. Да. Они видели ее так же, как вот вы шли по лабиринту, эту часть они тоже видели. Это понятно. Угу, да, зрители. И могли бы влиять тоже на то, что происходит там. Вот. Ну что ж, вот такая вот история. История конструктора продолжится. Ребят, спасибо вам. Не буду больше вас задерживать. Спасибо за игру. Мятные мои! Посвящайте звезды! Почему они мятные? Потому что я Мелисса. Мелисса, мята. Мелисса. У меня канал Black Мелисса. Нет, а Мелисса это что? Мята, Мелисса. Это такая... Черная мята. С Мелиссой. Все, я понял. Я же знаю, я просто знаю. Честно, я не знаю, как выглядит для кого. Ты же ботаник. Часть Мелиссы приходит. Ты мой персонаж ботаник, а не я. Ягодно... Какой там хруст наш? Ягодный. Углеводный? Да, да. Все? Все, ребята. Всем спасибо. Адьюс, господа. Спасибо.